Всем приветики! Я хотел бы вам показать, как с помощью приложения Steam Link на телефоне можно подключиться к вашему Steam на компьютере и управлять либо полностью всем компьютером, либо играть в игры. Сейчас я покажу, как это происходит. Получается, вы нажимаете «Подключиться» и ждете, пока оно подключится. Ну а дальше сможете либо находиться в игровом режиме, либо лазить по компьютеру. Вот сейчас я подключился к режиму рабочего стола. Можно подключаться к режиму управления играми. Там получается, оно переключается в режим Big Picture, называется режим. И там уже можете прямо запускать игры. Вот. И сейчас, как мы видим, что здесь картинка одинаковая. И, собственно, можно двигать курсором. Вот он, курсор двигается. Как вы видите, вот оно. Двигаю на телефоне, а оно двигается на компьютере. Что достаточно удобно. Вот. А как это сделать, я сейчас покажу. Ну а на компьютере вы нажимаете на Steam, выбираете настройки. И в настройках выбираете вкладку Remote Play. И здесь у меня привязано устройство, у вас здесь будет написано, что нет привязанных устройств. Вы можете задать пароль, чтобы никто к вам не смог подключиться. Или чтобы, если ваш телефон кто-то возьмет, чтобы тоже нельзя было без пароля подключиться. Дальше нажимаете «Привязать Steam Link». И у вас на телефоне в приложении будет код. Когда вы его сюда введете, нажмете «Подтвердить», здесь у вас появится устройство и состояние, что оно привязано. И все, от компьютера больше ничего не требуется. Все остальное делается на телефоне. Ну а на телефоне вы скачиваете из Play Market приложение Steam Link. Вот оно. И запускаете его. Когда вы запустите приложение, то у вас будет такой приветственный экран. Нажимаете «Начать». Дальше нажимаете «Другой компьютер». И вот этот вот код, который у вас высветился, вводите на компьютере. Таким образом, вы подтверждаете, что вы привязываете свой телефон, а не чей-то чужой. Вот. Дальше, когда вы привязали, вот он появился, нажимаете «Пропустить». Идете в «Настройки». «Трансляция», «Еще». И выбирайте, что хотите видеть рабочий экран. После чего подключаетесь. Вводите код, который вы задали. Проверку соединения можно пропустить, нажать «Назад», «Пропустить», «Начать». Хотя можно и не возвращаться, просто я не знаю, сколько она будет идти, эта проверка. Я никогда не ждал, я всегда пропускал и все. Но она только при первом подключении. Вот. А дальше все. Вы подключились к компьютеру. И вот показывает, что ваше устройство, оно привязано, и сейчас с него идет трансляция. И благодаря телефону вы можете управлять компьютером. Вот он двигается курсор. Можно закрыть окошко. Можно даже поиграть в игры. Но это неудобно. Потому что у вас нет клавиатуры, мышки, а на телефоне жать кнопочки это неудобно, на экранчике. Но с другой стороны, когда вы не можете побыть за компьютером, но вам срочно нужно зайти в какую-то игру, забрать, допустим, ежедневную награду, то это вполне хороший вариант. Потому что бывает, что
Вы далеко от дома, а вам нужно в игре там зайти и с ивента забрать какую-то плюшку. И тогда вы просите кого-то запустить компьютер и запустить Steam, потому что нужно, чтобы был запущен Steam и компьютер. И, а дальше вы уже сами все сделаете. Можете и в игры зайти, и просто полазить по компу, что достаточно удобно. Вот. Так что таким вот образом можно пользоваться Steam Link и управлять компьютером через телефон. Ну а на этом все. Всем покедова.